вас, уважаемые наши подписчики и зрители на наших каналах. По вашим просьбам у нас снова в гостях прекрасный человек, шведская художница Елена Мартем. О ней много можно говорить. Ее видео у нас уже есть, встречи с ней есть, и многие попросили продолжить наши беседы. И особенно есть вопросы, касающиеся религии. И мы об этом обязательно сегодня поговорим. Причем я хочу сразу же вам сказать, уважаемые подписчики и зрители, мы не относимся ни к одной религии. Абсолютно. Мы люди Земли. Мы знаем прекрасно, что религии, любая религия – это путь человека к Творцу Всевышнему. И поэтому, пожалуйста, не обвиняйте нас в чем-то. Мы стараемся объективно рассматривать все вопросы и отвечать на ваши запросы. И сразу же еще хочу, Елена, поблагодарить, передать благодарности от наших подписчиков и зрителей за предыдущие видео. Спасибо. Есть такие прекрасные благодарности. Мы, наверное, и вопросы будут еще в следующих видео, об этом будем говорить. А сегодня давай поговорим о важности религии и вообще, что это, и как это, и почему, откуда это взялось. Я знаю, что у тебя очень много важной информации по этой теме. Пожалуйста. Спасибо. У меня очень много информации по всяким вообще темам. Не знаешь, копнешь одну тему, и сразу, знаете, вылезает огромный пласт взаимосвязанных каких-то действительно и интересных, и объективных тем. Ну, то, что вот я сегодня хотела, я, конечно, еще раз хочу поблагодарить Раису и ее слушателей, или наших слушателей уже теперь, и посетителей, которые написали хорошие отзывы, которым понравилось и мне, и Раисе. Конечно, это очень приятно, потому что, ну, как вам сказать, я не профессиональный лектор и не стремилась никогда. Моя цель изучать, собирать какие-то вещи интересные, получать послания интересные, правильные, уникальные, и отдавать это людям. Вот это моя цель. А вот то, что, как говорится, стремится делать лекции, но пока это еще меня не коснулось. Ну, может быть, коснется, я не отрицаю. Все впереди, все впереди. Конечно, конечно. Знаете, как говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, все может быть. Так вот, что, значит, что мне хотелось, вернее, как созрела эта тема, когда мы говорили, долго у нас была такая лекция, которая, к сожалению, нет, к счастью, извините, не к сожалению, а к счастью, долгая, но она пролетела моментально, хотя была действительно больше часа, о чакре Муладхаре. И тогда мы затронули вопрос с энергиями, с герцами, с колебаниями. Потом Раиса сделала тоже хороший, очень интересный ролик про религии. И это действительно был такой, как вам сказать, не личный пост, а факты, изложение интересных фактов, взаимосвязей, что они показывали и о чем они говорили. И вот в этой встрече сегодня у меня примерно будет, ну, в общем-то, наверное, действительно тоже такое не мое личное отношение, ни в коем случае. То есть я тоже хочу подтвердить и повторить за Раечкой, что тут нет никакого личного, как вам сказать, ни агитации, ни разоблачения. Ваше личное дело. Хотите верьте, хотите не верьте. У каждого свой путь, свой выбор. Но есть какие-то факты уникальные, как вам сказать, как это правильно сказать, знаете, иногда русские слова уже забываю, события или действительно какие-то факты свыше, которые, от которых нельзя просто отмахнуться и сказать, а это ерунда, такого не может быть.
Этот мы уже говорили про это. Это примерно то же самое, что, как вам сказать, как касается энергии чакр, что раз вы их не видите, значит, этого не может быть. Все может быть, знаете. Вы Бога тоже не видите, но вы же верите в Него, и даже не в одного, а как осветила Раиса в своем последнем ролике, их вообще 33 миллиона. Представляете, сколько вообще? Это, пожалуйста, верьте в какую угодно часть, не в этом дело. А дело в том, вернее, даже это не дело, а интересный факт, который я хотела предоставить для вашего внимания и обсуждения, может быть, вашего внутреннего или какого угодно, это исторические и культурные моменты, это такие глубокие корни, наши родовые, можно сказать, корни, которые уходят в прародину нашу, в славянские древние времена. Так что же там было интересного в эти времена, что мне так захотелось это открыть? Сейчас я постараюсь открыть мою... Сейчас, извините, видите, я не настолько владею, сейчас не могу найти, где у меня тут демонстрация экрана. Сдается снимка экрана. Потихоньку все найдется. Все будет нормально. Сейчас, извините. А, вот демонстрация экрана. Так, вот сейчас я включаю. И я вам сейчас, я не знаю, что-нибудь видно, Раечка? По-моему, ничего. Видно. Нас обоих видно. Ага, окей. Тогда я включаю эту презентацию. Так, сейчас. Значит, лекцию или лекция, это не лекция, конечно. Это у нас беседа. Да, Мы делимся своими знаниями правильно, с нашими подписчиками. Спасибо, Раечка, спасибо. Знаете, знаю, что тебе трудно, ты в Швеции уже почти всю жизнь находишься. А уже 30... помнишь русский язык, хоть как-то 30, мы можем общаться. 36 лет уже, знаете, уже действительно иногда говорю и в этот момент перевожу, какие мне слова подобрать, поэтому вы... как говорится, не удивляйтесь или не сердитесь. Все нормально. Наши подписчики, зрители все понимают. Да. Прекрасный портрет. Кто это? Да, ну вот мы коснулись с вами. Этот портрет символизирует в данном случае, в данном вот моем, что называется, изложении или презентации этой темы древнеславянскую мать. Потому что в те далекие времена... Это были, конечно, очень-очень далекие годы. Это даже не тысячи лет, это много тысяч лет. Даже, может быть, и, как вам сказать, сотни тысяч лет. Потому что до сих пор историю, знаете, с историей так жонглируют, что добраться до корней и до правды, когда же были эти события, когда произошел, что называется, взрыв Гипербореи и Атлантиды, и когда эти гиперборейцы, наши родовые пра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 деды или прабабушки, кто угодно, но наши роды предки, или рода. Наши предки, да. Вышли из Гипербореи, успели. И, значит, уже они путешествовали и оседали своими цивилизациями по многим странам. Так вот, в тот период, это был уникальный на самом деле период божественных знаний, божественных и поддержек, и самое главное, божественных направлений, потому что люди получали энергии и знания просто по прямому каналу сверху. И в те далекие времена был в нашей цивилизации, о которой я говорю, о древле славянской, наши предки, был матриархат. Правили матери родов, но в каждом, как говорится, поселении или в каждом роде или родовых
поселение или городище, всегда существовал также и совет старейшин. То есть это не только мать принимала все решения, но она стояла во главе. И что интересное, вот я изобразила эту мать в уникальном русском или славянском, извините, в древнеславянском кокошнике. Я не знаю, вы когда-нибудь обращали внимание или задумывались, почему эти кокошники, они так сделаны? Они сделаны уникальным совершенно образом, как будто, знаете, какая-то гора звездная поднимается сверху и опускается на голову. И это действительно не просто так. Это древний, древний приемник энергий божественных, которые матери родов и принимали. И еще сейчас я перейду к следующей иллюстрации. Я продолжу это, но я просто хочу вам объяснить, что в эти древние, далекие годы наши предки, наши сородичи, у них не было храмов или церквей, у них не было такой, как вам сказать, направленной религии или веры, а это им не нужно было, потому что у них была вера в сердце, они носили Бога в сердце, и им не нужны были молебные дома. И вот я сейчас поэтому вам вот эти знаки и показала, что это изначально на самом деле был круг, который обозначал бесконечность жизни. Вот тут даже и надписи остались. Тут и счастье, и свобода, и равенство, и братство, и любовь, и доброта, и красота, и мир. И плюс ко всему, конечно же, это и направление по сторонам света, и это элементы тоже сюда входили, и воздух, и земля, и вода, и огонь. И одновременно все древние понятия «навь», «славь», «явь», «правь». И вот тут вы можете на этом слайде посмотреть, что это обозначало тогда. То есть это на самом деле были, как вам сказать, такие совершенно какие-то космические понятия, которые люди соответствовали. Это было почти что вот в этом маленьком значке круг с крестом, в этом было заложено все мировоззрение и мироздание наших с вами предков. Они никогда не воевали, они никогда не убивали, потому что они жили по законам мироздания. И вот этому тоже символу, я уже следующий вам показываю слайд, значит, этот символ, кстати, не только был присущ нашей, как вам сказать, славянской ветви, что ли, я даже не знаю, как это назвать, расы или цивилизации, но в то время это была действительно огромная цивилизация гиперборейцев, арийцев, орионцев, борейцев. Но вот этот знак, это, кстати, из Таиланда, вот в левом верхнем углу тоже колесо в круге, которое и другие нации и расы тоже использовали. А внизу треугольник – это символ воздуха, в котором сидит человек в позе лотоса, у которого тоже работают чакры. И это тоже очень древний знак. И по этому древнему знаку начали, конечно же, и строить различные, как вам сказать, и формы, и постройки. Но вот в данном случае на этом рисунке или на этом слайде под этим колесом изображен колокол, который тоже похож
условно на этот треугольник, в котором сидит, говорится, или Будда, или человек с активированными чакрами. А справа я нарисовала от руки вам, чтобы вы тоже, как говорится, поняли, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Мы говорить будем с вами про божественные энергии, которые за эти долгие века, годы, тысячелетия влияли на нашу жизнь, на нашу энергетику, на наше восприятие, на наше развитие. Но энергии, безусловно, были все разные. И какие-то были в своем комплекте очень хорошие и правильные, какие-то, естественно, изменялись. Потому что со временем или в течение этих долгих лет или тысячелетий, конечно, и странствий наших предков и родичей, многое менялось, менялась атмосфера Земли, менялся климат, менялась божественная энергетика, и солнечная энергетика в Герцах тоже менялась, менялось притяжение, то есть очень много вещей, которые видоизменялись. И, естественно, при странствиях такой большой цивилизации по огромному, как говорится, промежутку или материку Земли, а это была Сибирь, это был Китай, это была Индия и дальнейшие страны, конечно, люди встречались, племена каким-то образом смешивались, обменивались своими и энергетикой, и знаниями. И вот, в частности, менялись и купола. Купола сначала это были, как вам сказать, храмы, в которых люди собирались для того, чтобы обсуждать или слушать старейшин, что скажут старейшины при важных событиях. Но со временем эти купола тоже, или храмы, они действительно стали приобретать, как вам сказать, вид или смысл храмовых сооружений, где люди не только слушали старейшин, но и собирались для каких-то важных целей. Я не знаю, может быть, это были прекрасные какие-то события, связанные со свадьбами, с праздниками, или наоборот, с похоронами, с уходом каких-то родственников. И, естественно, купола этих храмов тоже менялись. Вот если вы посмотрите на этот рисунок, который справа, первый рисунок, здесь стоит Русь, он выглядел вот так вот, не совсем такая, знаете, уж луковка, а просто такой вот купол. И почему? Вот красной стрелочкой я отметила, как спускались божественные энергии по такому куполу. Они спускались по нему, его обходили и входили в пространство. Что делали эти энергии? Они, естественно, это пространство под этим зданием насыщали, укрепляли, делали его крепче, в том плане, что всю эту плоскость, ну, можно сказать, фундамент, что ли, под этим зданием, он был охраняем, он был, как, знаете, как под оберегом божественным. И вот как они со временем менялись. Вот под этим тоже куполом я нарисовала такой тоже условный купол мечети. Он был немножечко, естественно, срезан, но он тоже уходил, кстати, в землю и частично уходил в сам храм, где он насыщал это энергетикой. Я забыла сказать про вот этот русский храм тоже. Он насыщался тоже энергетикой. Теперь вот сверху справа, это уже поздняя луковка.
И она, конечно, уже и изменила свое направление. То есть это уже изменились и силы. И вот такие луковки, когда вы видите, вы сразу понимаете, что это уже настал период, когда на Руси после 998 года князь Владимир, он принял христианство. И тогда уже на Руси или во всех славянских племенах уже наступил период веры в религию. И тогда вот эти луковицы появились. А что в них особенного? А вот вы посмотрите внимательно. Они не спускают эту энергию в полной мере. Она не спускается в почву или в фундамент, или вот в это жизненное природное пространство вокруг этой церквушки. Оно идет все внутрь. И когда оно попадает внутрь, эта энергия, она не только питает, как говорится, людей частично, но она, эта энергия, она подпитывается за счет энергетики присутствующих. И вот эти первоначальные церквушки славянские, они были небольшие, не было особенно, как вам сказать, тогда строительных материалов-то особенно каменных не было, они достаточно тесные были. И поэтому в церкви вот эта энергетика, она была не очень положительная, будем так говорить. Ну, представляете, много людей, набившихся в этой церквушке, которые молятся, которые все там, как говорится, просят у Бога помощи, потому что именно изначально в религии и было заложено, значит, каяться, просить у Бога помилование, что вы рабы, и вы должны принять и боль, и страдания. И люди верили в это, они верили своим духовным священникам и молились там. Ну а вот тут я поместила очень интересное сооружение, которое наши предки проходили, когда они, как говорится, путешествовали или переходили из страны в страну. Они долгое время, наши сородичи, наши предки, они были в Китае. И все эти знания, которые китайцы получили, они на самом деле получили от нашей цивилизации, потому что изначально китайские племена были кочевниками и очень такими, знаете, агрессивными, очень, ну, недобрыми, будем так прямо говорить. Вот, знаний у них не могло быть, потому что кочевники, вы сами понимаете, они скачут, они перемещаются с места на место. И вот эта китайская стена, она на самом деле была построена в сторону от Китая. То есть это уже доказано учеными, что эти бойницы, они смотрели не из Китая наружу, а именно вот снаружи в Китае, то есть защищались от китайцев. Но не важно, факт тот, что... Нет, важно, важно, Лена, потому что это уже доказаны исторические факты, ученые уже выступили с этим заявлением. Да, да, да. Это доказано. Да. Ну вот что я что хочу показать вот этим строением, это очень интересное на самом деле. Ой, извините, случайно нажала на кружочек. Потому что в Китае был совершенно другой климат в те времена, было очень влажно, было много влаги. И наши предки, они должны были придумать такие крыши, чтобы вот эти энергии вместе с влагой, они постепенно стекали, знаете, не ливнем каким-то, раз там ливанул этот ливень, и все пролилось на крышу из крыши, и ушло.
Нет, они сделали вот такие интересные пагодные крыши, которые закручивали и влагу, и энергию. И энергия, она собиралась, знаете, как шары, и скатывалась с крыши на крыше, и опять попадала в почву, вот в эту вот жизненное пространство, которое нужно было поддержать энергией, поддержать божественной энергией. И получить эту энергию взамен. Вот. А вот слева внизу это уже поздние славянские постройки, которые, как говорится, были действительно несли в себе хозяйственные жилые постройки. Это уже не храмы. У них были высокие покатые крыши, с которых эта тоже энергия стекала. И на каком-то уровне они, конечно, делали какие-то зацепки, какие-то чердачки, какие-то резные вещи, которые забирали эту энергию и собирали. И вот в частности тоже, если вы посмотрите рядом на такой схематичный мой рисунок славянского или древнеславянского нашего предка, который в шлеме и в кольчуге, так вот по нему очень четко тоже видно, почему это у него такой интересный шлем на голове в такой форме, а потому что энергия, она должна была не сразу, к вам, как говорится, к вам в коронную чакру поступить, знаете, это когда человек, как говорится, защищается или в каком-то он состоянии возбужденном, это может создать очень сильные энергии или противостояние, или наоборот поглощение, которые не очень хорошо могут повлиять на человека. Поэтому вот этот шлем, он был так и сделан, чтобы эти энергии, они не сразу поступали к вам в коронную чакру и били вам по мозгам, а чтобы они спускались к вам на плечи, и у вас на плечах была кольчуга, которая была сделана из колец. И когда эта энергия, она попадала на эти кольца, то вы сами можете представить, она сразу по этим колечкам начиналась крутиться и плавно входить в человеческий организм. То есть не организм, а энергетические каналы с тем, чтобы поддержать этих людей для, как говорится, защиты, для того, чтобы бороться против нападающих. Потому что наши с вами предки, они никогда не нападали. Они обладали необыкновенным знанием и умением, благодаря вот этим божественным энергиям, отражать эти нападения. И даже их, как вам сказать, бойцовые предметы, как лук или меч, они тоже имели такую форму и отражений, и поглощений. Но это уже даже не очень и важно сейчас. Важно, чтобы понять, что вот как, почему я еще вам это рассказываю, с тем, чтобы вы просто понимали, допустим, если вы видите какой-то огромный, красивый храм или церковь, чтобы вы все-таки обращали внимание, а что же у этой церкви или у храма наверху, и какая это форма. Также очень интересно раскрыть такой момент, это вот только последнее время стало, благодаря изысканиям и ученых, и отдельных каких-то людей, которые занимаются этим исследованием и открытиями. То есть они открыли, что энергия в этих храмах, она собиралась не только просто этой формой этих куполов. В нее наши предки очень мудро закладывали специальные и кристаллы много-много-много-много тысячелетий тому назад.
Там были и кристаллы, там был кварц, там был киноварь, там была ртуть, там было железо, которое они закладывали в фундамент. И как это ни странно, сейчас это звучит, это трудно мне объяснить, потому что я не инженер, я не специалист абсолютно по этим, как говорится, изысканиям и исследованиям. Но факт тот, что вот эта комбинация всех этих элементов, она создавала и дополнительные потоки пьезоэлементов, которые в свою очередь доходили до ультразвука и тоже вырабатывали свои герцы. И благодаря этому вот эта энергетика или энергия божественная, она не только входила равномерно в этот храм, и, как говорится, люди принимали эту поддержку для жизненной, божественной поддержки, для знаний и для здоровья, но она еще и сохраняла их, и она их, как вам сказать, она их не влияла на них. Кстати, также сейчас установлено, что первые храмы религиозные на самом деле 24 тысячи лет назад были построены или начали, правильно сказать, начали строиться и укореняться, и внедряться и в психику, психологию людей, наших предков, и в их, как говорится, мировоззрение, что это была внеземная раса, которая была тоже на Земле, эпиксианцы. Я, к сожалению, не знаю, откуда они прибыли, я не нашла точной информации, я нашла только название этой расы, которые вот и создавали эту первую религию для того, ну, то есть они имели свою цель, они эту религию создали для того, чтобы собирать эту энергию в этих храмах, и в то время эта энергия, которую они собирали в этих храмах, называлась Врил. Почему я это, как говорится, сейчас подчеркиваю? Потому что тогда еще не было этого антагонизма, тогда не было никакой агрессии. Люди жили мирно, ну вот за исключением, если только какие-то были, знаете, кочевные племена, я не знаю, там китайцев, монголов или еще кто-то там нападал. Но во всяком случае, я говорю про наших с вами предков, они были всегда миролюбивы и никогда ни на кого не нападали. А сейчас, когда религия обретает несколько разрозненный вид в том плане, что каждая религия, к сожалению, она во многих своих проповедях направляет на то, что, значит, вот иноверцы на нас нападают, вот вы рабы, вы должны, значит, терпеть, вы должны страдать и так далее. И, естественно, под этими направлениями, под этими учениями различных не особенно глубоко верующих, к сожалению, священников или мулов, или кто там еще разных религий стоит в разных сводах и мечети, или иудейской церкви, то они темные какие-то вот эти христиане, я даже не знаю, как их назвать, потому что это на самом деле, знаете, есть такие современные исследователи и ученые, которые называют этих людей на самом деле нелюди, потому что люди, которые бы хотели мира, которые любили бы людей, они бы за это не агитировали. А когда в церкви, в маленькой церквушке, тесной церквушке собираются
люди, у которых много боли, много несчастий, очень тяжелая жизнь, чего-то не хватает, какие-то болезни. И все они это выплескивают в этих пространствах. И эта энергия, она собирается, и она уже называется сейчас Гавах. Почему это Гавах? Потому что это энергия боли, страданий, агрессии, ненависти и так далее, и так далее. И вот эти внеземные цивилизации и какие-то другие формы, которые поддерживают эти энергии и эти, как вам сказать, распространение этого Гаваха повсеместно, знаете, а он сейчас очень большой на территории и России, и Украины, и во многих других странах тоже не очень спокойно, и тоже начинает закручиваться вот эти вот жуткие спирали, которые ведут неизвестно к чему. Поэтому это нужно знать и стараться не входить в это, потому что, конечно, я понимаю, сейчас у людей очень много трудностей и сложностей, но не надо собирать себе других сложностей напрасно. Это нам не нужно, потому что люди, мы одной, как говорится, расы, мы должны любить землю, мы должны помогать друг другу. Вот я вам тоже сейчас показываю, уже это более такая иллюстративная страничка, на которой вы можете или сейчас, или потом остановиться и посмотреть, какие формы сейчас встречаются в разных странах, которые действительно и собирают, и где-то небезопасно, где-то нужно обходить стороной. Вот на левой картинке это, конечно, более европейские и мусульманские мечети, но, кстати, куполы достаточно правильные, то есть они не как луковка, они распределяют эту энергию правильно, и большинство вот таких храмов, вы тоже должны смотреть, какой формы храм, то есть если он маленький, то это, конечно, там не очень хорошая энергетика собирается, а если храм и купол большой, то это, конечно, безопасное место, и могут быть по-прежнему светлые, чистые энергии. А вот с правой стороны это уже немножечко другие формы, это уже азиатские или юго-восточные ступы, и индийские храмы, которые тоже собирали эту энергетику и распределяли очень равномерно по своим постройкам и стенам. А ступы, они вообще это уникальный совершенно инструмент, это что называется древо жизни из кабалы, сефирот, в жизни, что называется, то есть ступа символизирует своими различными уровнями подъем человеческого мировоззрения и подъем его духовной личности. Но это я просто коротко вам быстренько сейчас говорю, чтобы на этом не зацикливаться. Это не в этом смысл сегодняшней встречи. Вот, кстати, тоже интересный такой факт, что на протяжении всех веков и тысячелетий все эти красивые, необыкновенные постройки и огромного значения, которые строились не только в славянских цивилизациях и странах, это повсеместно было, это было и в Европе, и в Азии, это было и на юге в разных странах, и в Америке какие-то строились, естественно, церкви. Так вот, очень интересный факт, уникальный, я бы даже сказала, что после революции 1917 года и на протяжении до 1936 года по всему миру было разрушено 99% и 0,5% церквей и храмов.
Вот вы только вдумайтесь в эту цифру. Это практически... Это что получается, революция была на территории здесь, в Европе, а получается, что по всему миру какая-то волна пошла. Разрушение. Да, и сейчас вот ученые, которые составили вот этот, что называется, расчет, они не знают, но я так думаю, что им и не дадут узнать, конечно, кто это сделал, кто это направил, кому это было выгодно, что уничтожить все эти артефакты, все эти исторические заложенные уже, знаете, фундаментально храмы, которые действительно собирали по-хорошему эту энергетику для людей. Кому это было невыгодно? Понимаете? Ну, в Кали-югу это был расцвет махровой Кали-юги, да. А там нужна была ложь, забирать энергию из людей, и поэтому были страдания, да, чтобы правильно. Люди страдали, никакого счастья и божественной любви не должны получать. Абсолютно, да? Раечка, но все равно, ты понимаешь, это понятно, это мы так теоретически говорим, да. Но кто? Это священники, это политики. Кто это был? Кому это было так выгодно? Когда-то узнаем это. Да, когда-то, может быть, если мы докопаемся, то мы узнаем. Но мы теперь опять возвращаемся с вами к приятному и к хорошему, к нашим древнеславянским, нашим прекрасным, изумительным кокошникам, которые были необыкновенной красоты, необыкновенного разнообразия. И вот на этом тоже рисуночке или на этих рисуночках тоже показано, как входила энергия в этот кокошник, как она распространялась. Она не только сразу, опять-таки же, попадала в коронную чакру, она распространялась по лбу, и она потом уже попадала в аджну, в третий глаз. А потом мягко спускалась, а сзади у этих наших матерей была огромная коса, которая тоже собирала мудрость и энергию. И эти косы сзади, они тоже закрывались, причем они закрывались тоже и, можно сказать, и от сглаза, и от того, чтобы сохранить эту энергию, чтобы она держалась в этой косе, чтобы мать была мудрая и не теряла эту мудрость, а наоборот, только ею обогащалась и обогащалась. И опять вот вам пример тоже лучника, как говорится, тоже тут и шлем, тоже тут и его круглые маленькие кольчуги и пластинки, которые всю эту энергетику распределяют плавно. Но вот лучник этот, конечно, он не древний, а он уже 16 века, но все равно мы видим этот лук, вот если вы его перевернете, это все равно как часть луковицы, она тоже собирает энергетику. Вот представьте. Это как храм, получается, вверх? Да. Храм, вот он получается. Да. И что это значит? Это значит, эта стрела, она полетит туда, куда нужно, с нужной целью. Вот в чем форма. Она бывает, ведь луки, они, знаете, разных форм были. Если вы потом посмотрите, вы найдете масса различных, как вам сказать, и форм, и строений. Но вот это была очень специальная форма, она действительно как колокол, как купол перевернутый. Теперь с этим мы закончили. Еще сейчас хочу показать очень вам интересно. Просто, какие были вот, значит, какие варианты этих потрясающих кокошников, как они в каждой области менялись, какие рукодельницы, как они их украшали. Но вот, кстати, я поместила, было очень трудно найти рисунки, кстати, костюмов мужских, но вот я нашла в левом-правом углу, тут стоят, видимо, дворяне или бояре, тоже в таких остроконечных шапочках. И это тоже показатель, что вот эти наши славянские с вами предки, сородичи, они прекрасно знали
они прекрасно понимали связь энергий, их потоки, как нужно ими управлять, распределять, получать и пользоваться. Это не были такие, знаете, грубые, неотесанные крестьяне, которые не могли ни читать, ни писать, как там с вами стараются внушить или преподнести. Это люди были много тысяч лет назад очень знающие, очень обогащенные мудростью и такими знаниями, которые мы с вами еще до сих пор не владеем. То есть это наши племена, которые могли отделывать, обрабатывать камни, перемещать их. Они имели в своем, как вам сказать, дворовом или скотном дворе таких зверей, как были и медведи, и мамонты, и лоси, и другие какие-то звери, которые в те времена существовали, а потом с переменной климатом исчезли. И эти звери, они содружествовали с нашими предками, они им служили, помогали, были их, как говорится, домашней скотиной или домашними друзьями, будем так говорить. Ну вот, переходим к следующему. Вы потом можете посмотреть эти слайды, я просто не хочу задерживаться, чтобы не растягивать время. Вот еще тоже показатель того, как вообще все это функционировало с распределением энергии. Ну вот в левом рисунке опять я показываю, как божественные энергии входили через шлем, как они спускались, как они распределялись на кольчуге и попадали рассеянным, но равномерным потоком в организм, во все энергетические каналы, и чакровые, и другие, с тем, чтобы дать человеку, а в данном случае это боец, это защитник рода, ему нужно было дать и силы, и знания, как действовать, как говорится, как отражать удары нападающих или врага, как защищать его родной, родимый край, его дом, его род, его поселение. И вот тоже, в частности, очень интересно строение колокола, потому что колокола в те времена играли колоссальную роль. Вот я тоже вам показала, ну, схема, конечно, это может быть недостаточно перфектный рисунок, но все равно по нему видно, что колокол, когда вы ударяете внутри, то внутри колокола, вот он, видите, он даже похож на этого и воина, и, как говорится, и человечка, и купола, то в нем эти энергии необыкновенно мощные от ударов этого языка, они собираются, и они просто потоком льются вниз. А вниз что? Внизу стояли колокольня, внизу стояли сборища людей, которые собирали народ в определенные тревожные времена. И, конечно, по колоколу, вот я сделала второй такой половинный рисунок, чтобы вы тоже, ну, я думаю, что вы понимаете, что это было глупо бить с внешней стороны по колоколу, потому что весь удар, все звуки, вся энергетика, она уходила в пространство, в воздух, ничего не собиралось. А таким образом, каким нужен или сделан колокол вообще, то эта энергетика, она собиралась и она уходила и через воздух, но она выходила через воздух, она поступала и в землю, а через землю она поступала и в воду, и наполняла, и излечивала людей. Потом русские мастера, они были настолько, как вам сказать, рукодельные, они делали такой
как вам сказать, поющей красоты эти колокола. Вот если вы приедете когда-нибудь в Ростов Великий, вот там эти колокола играют, ну, просто сказочные мелодии. Они настолько правильно плавились, они делались из меди, но они делались, конечно, мастерами, сознанием. Сейчас такие колокола, к сожалению, не могут отливать, мастеров уже нету. И вот что тоже интересно, что эти колокола, которые передавали такие мощные энергии, они жили только 200 или 300 лет. А потом они, естественно, медь разрушалась, потому что энергетика была настолько мощная, что металл не выдерживал просто. И если вы тоже посмотрите, я здесь поместила фигурки матрешек. Так ведь матрешки, они тоже схематично напоминают и колокол, и этих воинов, и напоминают наши чакры. Ведь матрешек было 7. Это все наши чакровые энергии, которые были тоже в них заложены, которые нужно было раскрыть, понять, узнать. И тоже в этой же картинке, пользуясь, знаете, все-таки лимитом, не хочется растягивать, я поместила и картинку с нашими древними ведунами, песнярами, которые рассказывали о истории, о подвигах славян и играли на гуслях. Это был тоже уникальный совершенно инструмент, который звучал на частоте 432 Гц и излучал такой красоты мелодию, что люди, которые слушали и рассказы этих ведунов-сказителей, и эти песни, и музыку, они тоже подпитывались этой энергией и знаниями. И что тоже очень интересно, в конце, по-моему, в середине 18 или в конце 17 века гусли были запрещены. Запрещены ведуны, странствующие по деревням и городам и рассказывающие сказы, что происходило в разных городах и странах. Они были запрещены, и эти прекрасные энергии тоже, что называется, закрылись. Закрылись, к сожалению. Но частота все равно гусли, сейчас они возрождаются. И вот я тоже написала, что, допустим, звучание Бога, частота Бога, она звучит на 963 Гц. Да, кстати, забыла вам сказать, извините, чтобы это просто было понятно, разница. То есть, когда мы начали говорить о кокошниках, вот о этих разных древних наших сородичей, племенах наших предков, то в те времена на Земле нормальные колебания были 9,2 Гц. Это было нормально. Представляете, как повысились, как частота солнечного влияния, солнечных лучей и наш приемник. То есть мы приемник этих волновых потоков. И это тоже нужно задумываться, потому что мы, если мы не будем расти вместе с этими герцами, чтобы встречать эти потоки, а расти можно только духовно, повышая свои качества. Какие качества, вы спросите? Да, безусловную любовь, наше безусловное принятие людей, наша любовь к земле, наше сострадание, наша доброта, да все вот эти положительные качества,
Это все повышает наши с вами вибрации и помогает нам выстоять и принять их, если вдруг будет скачок. Поэтому вот этот гавах, на который сейчас собирают, он очень и опасен, когда его в этих храмах поддерживают и, как говорится, людей все время настраивают на эту боль, на то, что они рабы, на то, что они мучиться должны так же, как Иисус Христос мучился, то ведь эти люди, они выпадают из потока, вы сами понимаете, они не смогут подняться. А результат вы сами можете представить. Да, я еще хочу вам сказать, что, чтобы вы просто поняли, я верю в Бога, но я верю в Бога, который в моем сердце. И я его люблю, я его ценю, и я прислушиваюсь к нему. И я стараюсь принимать его советы, я стараюсь принимать его потоки знаний, которые мне удается раскрыть и понять, за что я действительно очень благодарна и благодарю и Бога, и других богов, и господарей, которые посылают эти божественные потоки. А вот в маленьком здесь углу, ой, извините, перескочила. Вот здесь под воином и колоколом я просто вам показала, какие были сооружения у наших предков. Вы посмотрите, какая красота. И каждое сооружение, каждые храмы или хоромы в те времена, это не называлось храмами, это называлось хоромами. И в хоромах жили наши рода, то есть какие-то отдельные фамилии, там я не знаю, как они назывались в те времена, но какой-то фрагмент рода там жил, там существовал, там были у них, как что называется, и очаг, и они его возрождали. И каждый вот этот хором, он носил тоже название хоромы солнцу, хорому света, хоромы еще каким-то лучам или направлением. И там тоже на нескольких в иллюстрациях видно, что там идут мамонты, которые помогают зимой тащить какие-то огромные, я не знаю, хворост или какие-то еще повозки. Много сооружений было в те времена, напоминающих пирамид. И это тоже не странно, потому что это было естественно. Пирамида – это своего рода тоже храм, который собирает энергию в центре. А уж как они потом ее распределяли и как они пользовались ей, это вот мы, видите, как до сих пор не можем раскрыть, до сих пор ученые, как говорится, делают какие-то открытия, но потом почему-то эти открытия куда-то уходят в песок, исчезают. Но, во всяком случае, очень интересная связь природы была с нашими потомками, с нашими предками. Они ценили природу, у них действительно была связь с каждой, что называется, веточкой в природе, в полном смысле. Гармонии, да, да. Полной гармонии. Абсолютно. Жили абсолютно с природой, с землей, с Всевышним. С животными, да. Они все понимали. И земля их слышала. Знаете, да. Земля их слышала и слушала. Более того, значит, вот я сейчас забыла, чуть не забыла рассказать вам, что вот эти дома, как хоромы или новые дома, когда строились для молодоженов или что-то происходило новое в роду, то весь род выходил и водили хороводы. Причем, если это был большой род, типа как городище, то было несколько хороводов. Внешний хоровод ходил по часовой стрелке.
А внутренний хоровод ходил против часовой стрелки. Почему? Потому что внешний хоровод, который ходил по часовой стрелке, он собирал энергии божественные и отправлял в землю на поддержку следующего хоровода, который ходил против часовой стрелки и собирал энергию для поддержки этой веточки, этого рода, для новой, может быть, семьи, для его нового дома, для их, может быть, новой рощи, чтобы она плодоносила и не знала неурожайных годов. Все было связано, все знали, как все это действует, как это работает. И это делалось с радостью, это делалось с песнями, как говорится, с теплом, с любовью. Поэтому все и плодоносило, поэтому наши сады, каждый сад у каждого рода знал, что этому роду необходимо, какие минералы или какие витамины из земли взять, чтобы яблочки были сытными для этого рода и так далее, и так далее. Но это, вы знаете, это сейчас это смотрится почти что как сказка, но тогда это была быль. Ирина, Леночка, прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, я живу здесь при Дунаве, и здесь очень много сохранилось, очень много культур. Так вот, молдавские традиции и болгарские, они во время свадьбы в середину действительно ставят молодых. И вот эти два, ты сейчас объяснила, я теперь поняла, вот эти два хоровода, это называется хоро, и вот танцуют вот этот радостный танец. Да, одно в одну сторону, другое в другую. Я не знала, не понимала, вот сейчас ты объяснила. И в середине, слушай, сохранилась эта традиция именно в этих двух народах. Я вот во многих была свадьбах участвовала и смотрела, как это... Это просто действительно энергия собирается. Я тоже была в этом танце. Да, это да. Супер. Это насколько сохранилось все равно. Есть что-то. Да. Раечка, я это тоже помню, когда я была, как говорится, еще девочкой в школе училась, ездила к бабушке в деревню в Рязанскую область. Тогда еще водили эти и хороводы, и в ручейки играли. Это тоже игра с передачей энергии. А сейчас ведь все забыто. Все как-то вот за эти годы, это была такая политика, все было забыто. Были забыты и вытоптаны все ремесла, которые давали энергетику. Это, вы знаете, как сказать вам правильно? Вот сейчас, я не знаю, кто-то видел, кто-то, может быть, слышал, а кто-то, может быть, действительно уже смотрел и ему нравится. Был такой фильм «Аватар». Он наполовину фэнтези, там пересказывается ситуация из космоса с одной планеты. Так вот, я хочу вам сказать, что это рассказ на самом деле о нашей древней земле, о наших древних предках, что вот у нас был такой контакт с землей, с животными, со всеми растениями. Мы могли все это делать, мы могли совершать сказочные, невероятные вещи. Но потом все это забылось или стерлось, или нам стерли и вытравили. И это, кстати, в общем-то, сейчас об этом и говорят, что действительно какие-то, вот, может быть, даже внеземные цивилизации, которые существуют с нами в других пространствах на Земле, они нам стирают эту память, они нам подсовывают что-то не совсем верное. Но не будем сейчас об этом говорить. Да, это было Кали-Юга, мы не получали свет. Сейчас идем к золотой эпохе, и возвращается это знание. И наша встреча как раз является основанием этого. Я хочу вернуться к предыдущему все-таки, к колоку. Я хочу, чтобы поняли все, что ты говоришь, что вот этот сплав существовал, то есть работал и давал вот эту энергию, действительно, это малиновый звон был, но он длился всего в этих колоколах 200 лет, и затем шло разрушение.
Получается, сейчас то, что делают, это совсем не те колокола, это просто так вот для приличия восстанавливает. Гудит, просто гудит, да, звенит. Гудит, бьет, а это не тот малиновый звон, потому что моя бабушка еще говорила, что... Все правильно. Чего ты, ее спрашивали, что ты не идешь в церковь? Он говорит, это не та церковь, которая должна быть, должна звучать. Колокола когда-то пели. Получается, сейчас у нас нету таких колоколов, нету таких церквей и нет такого. Я тут видела в Индии, где вот там сохранились, там действительно чувствуешь себя ощущение в божественном потоке. Вот там, Раечка, я тебя сейчас немножко, извини, перебью. Да-да-да. Да, там в Индии они еще существуют, но в Индии они, к сожалению, у них очень плохие металлы, и они не умеют плавить. У них очень низкого качества и золото, и серебро. И то, что они, конечно, делают какие-то попытки, это очень хорошо. Нет, там нету колоколов, у них нет вообще колоколов. У но них у них есть в Тибете вот эти, знаешь, цилиндры. У них в Тибете вот эти цилиндры, которые выполняют роль колоколов. Да-да-да-да-да. Вот они делают... Чаши такие, они... Да-да-да, они просто такие. Навешиваются как на палку, и у них даже такая традиция, если монахи входят в этот храм, то они должны там, я не знаю, то ли 108, то ли еще сколько-то, ну, огромное количество, раз. Да, раз пройти, крутить эти цилиндры с тем, чтобы прочитать полностью молитвы. Там они звучат, но тоже... Вот это не везде то же самое. Да. Да, это тоже не везде, потому это просто мода сейчас, вот так делается. А истинная вот эта божественная любовь, которая шла раньше, принималась и человеком использовалась, к сожалению, увы, сегодня это большая редкость. Да, прости, это пожалуйста, завтра. Что перебила, но это мне правильно. Очень важно, чтобы люди понимали, что вот построили новую церковь, поставили колокола новые, отлили, и все, уже все вопросы решены. Вы еще не знаете, куда вы попали и сколько энергии у вас будет снято. Все правильно. Плюс ко всему, забыто и не знают этой технологии. Вот то, что я в самом начале быстро сказала, это сейчас ученые и энтузиасты, и инженеры раскрывают и докапываются до этого. То есть вот это строение куполов и одновременно и колоколов было сделано с учетом вот этих вот всех, как тебе сказать, кристаллов. Там был и кварц, там был кварцит, там была киноварь, там была ртуть, которая при определенных ударах и при определенных температурах давала необыкновенный пьезоэффект, который выливался в ультразвук, который в свою очередь давал колоссальный поток энергии не только в землю, но и от земли, понимаешь? То есть вот это вот обмен энергиями, который шел, ведь он не только, как тебе сказать, земля под церковью принимала это, а земля под церковью принимала это, потому что еще фундамент церквей были заложены очень тонко. Я даже не знаю, как вам объяснить, потому что я сама не знаю, как. Но было заложено железо, которое тоже влияло на прием этих энергий землей. А в свою очередь это давало обратный отток от земли, который шел в эти хоромы, в этот храм, к этим людям. Поэтому церкви тоже, кстати, древние, славянские или православные, или как угодно назовите, но наших предков, они, как правило, стояли на высоте, на возвышении. И когда звонили вот в эти уникальные колокола, то звон колоколов был слышен на 30 километров. Представляете? Да, да. Вот такая была частота и такой был расчет. Сейчас этого, увы, нету. Надеюсь, что это, может быть, все-таки каким-то образом восстановят. Может быть, где-то сохранились или схоронились умельцы, которые смогут начать отливать эти правильные колокола с правильным звоном.